Администрация Сергиево-Посадского городского округа приглашает принять участие в голосовании на портале «Добродел». С 1 апреля по 1 мая 2022 года на портале «Добродел» пройдет голосование по выбору объектов наружного освещения для включения в проект «Светлый город» на 2023-2025 годы. С адресным перечнем объектов Сергиево-Посадского городского округа можно ознакомиться на сайте администрации по адресу, который вы видите на экране.